200 працоўных месцаў ад 20 наймальнікаў. Кірмаш вакансій арганізацыі гандлю і грамадскага харчавання прайшоў у Магілёве. Наколькі эфектыўным аказаўся гэты вопыт управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне магілёўскага гарвыканкама, раскажа Алеся Рыбалка. З адкрыццём кірмашу ў залу ўвайшлі больш за 150 чалавек. Сюды запрасілі тых, хто шукае працу ў сферы гандлю і грамадскага харчавання. Гэтая галіна была абрана невыпадкова. Мы сделали анализ и увидели, что в данной отрасли сегодня вакансии занимают порядка 20% от общего количества заявленных вакансий. Здесь представлены организации как государственной, так и частной формы собственности. Соответственно, заработная плата различными нанимателями представлена разная. На столиках перед магілёўчанами прикладно 200 вакансий. Сярод пропанов больше за остатних – продавцы, кухары, бармены, официанты. Такая форма работы с беспрацоўнымі, як кірмаш вакансий, лічыцца одной из самых эффективных, калі наймальники, суискальник мают магчимость вести размову сам на сам. Личностный контакт, люди узнают, лично спрашивают. Не каждый может дойти или позвонить по телефону в нашу организацию. Мы видим людей, они что-то, какую-то другую информацию могут от нас узнать, большую, чем просто по телефону. Я считаю, что эффект должен быть. Продавца ищу. Ну, уже любую какую, просто уже давно ищу, не могу найти. Скажите, какую заработную плату предлагают? О, я даже не спрашивала. Уже на любую готовы, лишь бы только уже работа была. На скольких столиках вы оставили свои данные? Пока на одном еще. Обдумывала предложения остальные. Подыскала, буду думать. Какую работу вы ищете? Продавца. Переобучение есть. Предложили на парикмахера мне переобучиться. Подумайте. Тоже подумала, да. Практика правядзення кірмашоў вакансій не завяршаецца. Паабяцалі ў гарадскім управленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Іх будуць ладзіць і надалей. Алеся Рыбалка, Віталій Алексеенка, навіны рэгіёна.